4 мая в Каспийске состоялся патриотический автопробег «Вместе мы сила, победа за нами», приуроченный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие участники Великой Отечественной войны, специальной военной операции, ветераны войны в Афганистане со всей республики. Сегодня наши сыновья, братья, внуки, правнуки тех, кто сломал хребет фашизму с 41 по 45 годы участия в специальной военной операции на Украине против нацизма и неонацизма, показывает мужество и героизм. Многие из них награждены орденами и медалями. Семерым нашим землякам присвоено звание Героев России. Отметим, что организаторами автопробега являются ветеранские организации «События Афганистана». Основная цель – это воспитание патриотического духа и ознакомление поколения с героями нашей республики, которые отважно защищали и защищают нашу Родину. Никто героем не рождается, героями становятся, находясь уже на территории проведения специальной военной операции. Люди, каждый из участников, он в наших сердцах, они уже герои. Герои Великой Отечественной войны, каждый, находясь на своем месте, также принимали участие, они также герои, обелиск тружеников тыла. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к мемориалу памяти героям Отечества, павшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.